В восточной части столицы государства Израиль живут иерусалимские арабы. До 1967 года они были в Иордании, а с 1967 находятся в Израиле, хоть и не меняли место жительства. До шестидневной войны их деревни не были частью города, однако после ее окончания они были муниципально присоединены к Иерусалиму. Они живут в Израиле, но называют себя палестинцами. Они любят Турцию больше, чем всех соседей региона вместе взятых. Большинство иерусалимских арабов имеют вид на жительство, хотя имеют право на получение гражданства. Часть населения хочет раздела Иерусалима, другие же с радостью останутся в Израиле. Внутри их общества идет серьезная борьба между палестинским и израильским нарративами. Для израильтян арабские кварталы города – это терра инкогнито, и они там почти не бывают. Возле старого города находится арабское литературное кафе, хозяином которого является один из ярких культурных деятелей Махмуд Муна. Я приглашаю вас на экскурсию «Палестинский Иерусалим», для того, чтобы мы лично увидели процессы и изменения, происходящие в последние годы в восточной части столицы государства Израиль.